Кинологи с собаками осматривают школьные кабинеты, чердаки, подвалы, а также прилегающую территорию на предмет отсутствия взрывчатки и внешних угроз. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства проверяют торговые точки вблизи школ на предмет соблюдения федерального закона об ограничении курения табака. Розничная продажа табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных организаций запрещена. Инспекторы проверяют и качество услуг предприятий, задействованных в охране школ. Сотрудники госавтоинспекции проверяют состояние подъездных дорог, дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений. Особое внимание обращают на безопасные маршруты для первоклассников. Подъездные пути к лицею 22 обследованы, выявлены незначительные недостатки в обустройстве техническими средствами организации дорожного движения. В целом школа соответствует, дорога соответствует предъявляемым требованиям.